Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство. И сегодня мы с вами поиграем в Roblox, поиграем в Слендера. Поиграем в Слендера, и чтобы не попасться к Слендермену, нам нужно аккуратненько так играть. А перед началом этого видеоролика я хочу передать привет моему подписчику Назару Стрельченко. Ну что ж, поехали. Так, ребята, подождите. Так, это новые вы появились отсюда. Это очень замечательно. Так, нам нужно, наверное, идти вниз, чтобы повстречаться со Слендерменом все-таки. Или как там? А, я думал, он с гранатометом, он с фонариком ходит. Что это такое-то? Что это было только что, ребята? Меня убило что-то. Так, ладно, все, ну что ж, поехали. Ребята, Слендермен! Вон он! Ребята, вон он спрятался за стенкой. И ждет, пока к нему кто-то подойдет. Ребята, Слендермен. Я хочу закрыть двери. Так, у нас... Мы прекрасно знаем, что за стенкой находится Слендермен. Ребята, вот он стоит. Он охотится за вот этим чувачком. Да, все, он на него припал. И он за ним охотится. Круто. Вон он стоит, Слендермен. Так, а мы пока пойдемся прогуляемся по локации. Так, что у нас здесь есть интересного? Так, вот у нас есть фонарик. А интересно, здесь один только? Здесь только один этот Слендер. Или бывают еще? Я даже не знаю. Так. Так. Ребяточки. Давайте пойдем все-таки, наверное. Где-то надо выйти нам. Так. О, это что? Это какая-то... Какие-то двери с паролем. Ничего не нажимается, абсолютно ничего. Ребята, где-то люди кричат, видно, убивает Слендер людей. Надо искать, спасать людей. Так, ну что ж. Чувствую, где-то Слендер недалеко. Музыка, слышите, какая играет? Это означает, что Слендер совсем рядом. Ну там тупик, там я когда-то на этой локации уже играл. Там нечего делать. Давайте возвращаться будем в лобби, чтобы посмотреть, на что мы более способны. Все. Сюда не провалишься, это немножко другая локация. Тут путь у нас закрыт. Так, ну что ж, давайте. Там люди кричат, там, наверное, где-то Слендер. Где Слендермен, ребята? Музыка страшно играет, а Слендера нету. Ребята, вон он едет! Ай-яй-яй! Вон он. Нет, он уехал, улетел. Он так прикольно летает. Так. Вон он там убивает всех просто. Не закрывайте ворота, открывайте. Вон он там убивает всех, Слендер. Вон он. Быстрее. Ай-яй-яй, убегаем. Съезд, Слендермен. Убегаем. Фух. Ребята, чуть не съел меня. Нельзя ему попадаться на глаза, потому что сразу умрешь. Как только ты Слендермену попадаешь на глаза, он сразу тебя убивает. Съедает, ребята. Посмотрите, какой он. Ребята,
Смотрите, какой он страшный. Слендермен в переводе это стройный человек. Это что-то непонятное, что-то извне. Либо инопланетянин, либо еще что-то такое очень страшное, либо привидение. Ай-яй-яй-яй! Едет, едет, едет! Открывай быстрее! Ай-яй-яй-яй! Не успели открыть ворота. Слендермен нас съел. Ой. Давайте еще разок. Так. Где Слендермен, ребята? Вон он стоит, смотрите, за прилавком. Торгует апельсинами, наверное. Выехал, выехал, убегай, 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 съезд. Ай-яй-яй, за мной Слендермен гонится, спасите, 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 ай-яй-яй, ай-яй-яй, за мной, почему за мной, почему именно за мной? Кошмар, я испугался, очень страшно, очень страшно, очень страшно играть, так. Где же теперь Слендермен? Вот он едет, ребята. Ай-яй-яй. Вот он, закрывайте, закрывайте ворота. Все, мы в безопасности. Так, ворота закрыты у нас, ребятки. Давайте теперь спрячемся пока здесь. Так, здесь у нас что? Здесь у нас какие-то... непонятные такие штуки. Хм. Странно, даже не знаю, что это. Не могу даже предположить, что это такое. Так, здесь у нас что-то интересное. Здесь мы еще не были с вами. Давайте пройдемся здесь еще. Короче, это типа лифт здесь, но он не работает. Он не работает. Так что пойдем назад к Слендерменчику, к нашему. Ребята, вон Слендермен. Вот он. Он засосал кого-то. Не-не-не, за мной бежит, убежит Слендермен. Убегай. Слендер, дайте мне убежать. У меня оторвали голову. Мне Слендер просто оторвал голову. Отлично. Просто отлично. Вон Слендер убивает их. Вон он, ребята. Откройте двери. Откройте мне двери и покажите мне, пожалуйста, Слендермена. Ай, вот он, ай-я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 й. Быстрее открывай двери, дурочка, быстро. Блин, ну как так получилось? Она двери, если бы открыла вовремя, я бы успел бы убежать. А так я не успел. Там Слендер, я чувствую. Или где он вообще? Вот он за воротами стоит. Ребята, его никто не видит. А я видел, что он там. Слендер, вон он стоит. Слендер, убегай. Девочка убегает оттуда. Вон. Ай, за мной, Слендер бежит быстрее! Ай, дайте успеть! Два ворота закрылись, я не успел пробежать. Да что ж такое-то? Как так-то, ребята? Просто не понимаю. Такая крутая игра, я постоянно проигрываю. Так, а Слендермен может здесь быть? В
второй или нет. Это его дом, наверное, он здесь живет. Давайте с вами посмотрим, где Слендермен спит ночами. О, можно здесь на кровать, можно на чердак залезть. А на чердаке у нас... Я понял. Чердак — это у нас конец этого. Вот это автомобиль серьезный, конечно. Так, ну что ж, давайте пойдем. И пойдем к Слендеру в гости. Так, ребята, где вы Слендера дели? Вон он, ребята, вон Слендермен. Вау, Слендермен! А почему он стоит, а не идет? Ага, вон он, едет сюда, убегайте. Съел ее. Ха-ха-ха. Вот тебе на. Она в прошлый раз меня подставила. А в этот раз я ее подставил. Едете, да? Вон он стоит, ребята, Слендермен. Он будет сюда ехать или нет? Ай-яй-яй-яй-яй, поехал, догонит меня сейчас. Убегаем от Слендера, быстрее. Пожалуйста, убегаем. Этот закрылся. Пожалуйста, Слендер за мной летит. Спасите меня, спасите. Пожалуйста, спасите, за мной гонится Слендер. Он меня сейчас догонит и съест. Ребяточки, меня съест Слендер, пожалуйста, дайте мне от него оторваться. Ребята, если я на него посмотрю, все, он меня разорвет. Он меня сразу же разорвет, дорогие друзья. Мне удастся ли мне от него реально сбежать? Это просто нереально, посмотрите. Ай-яй-яй-яй. Пожалуйста, хоть бы там двери сейчас были открыты, потому что я умру сразу же. Если двери открыты, мне еще удастся сбежать. Да, ребята. Ай, ребята, он меня съел. Просто съел. Так. Вот это Слендер, да. Еле сбежали от него. Бывает и такое. Так. Где он? Ребята, где он? Где Слендер? Меня ворота придавили, прижали. Так, ребята, нужно держаться кучей, потому что Слендер съедает сразу же. Где Слендер, ребята, где Слендер? Я чувствую его, он где-то здесь. А то я слышу только его крик, страшный крик. Я чувствую, что он где-то здесь. О, вон он стоит в углу, ребята! Слендермен! Вон он! Ай-яй-яй, куда ты меня толкаешь? Ай-яй-яй-яй, Слендермен бегонится! Быстрее! Быстрее там Слендермен за мной гнался. Слендермен, он съел моего друга. Убегаем, ребята, быстрее, Слендермен гонится за нами все. Ай-яй-яй-яй, он съест сейчас их. Он их съел. Ребята, Слендермен подсъедал моих друзей. Фух, ребята, как я от него сбежал вовремя. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй, гонится Слендермен, ай-яй-яй-яй. Ой, гонится за нами. Ой, гонится, убегаем. Убегаем. Быстрее, подруга, быстрее. Беги, Слендермен, за нами гонится Слендермен. Он меня догнал и съел, да что ж такое.
Ох, как же смешно. Так, дорогие друзья, ну что ж, этот выпуск подошел к концу. Обязательно подпишись на мой канал, будем дружить. Обязательно ставь комментарий, ставь пальчик вверх, будем дружить, общаться. В общем, пиши, я на все комментарии всегда, если комментарии вменяемые, отвечаю. Так что до встречи, дорогие друзья.